Ребята, пожалуйста, сделайте что-нибудь, мониторы вообще. Салам алейкум. Но это нормально, потому что я слишком много прыгаю, много двигаюсь, поэтому... Как-то неудобно в такой ситуации продолжать. Отличная ситуация. Спасибо большое. Прежде чем исполнить следующую композицию, я просто хочу похвастаться тем, что oh.
Okay, now it's Dimash, so please. Thank you. Турки. Thank you.
Димаша Кудайбергена прошел Малайзия. Казахские народные инструменты и песни в Куала-Лумпуре прозвучали впервые. Программа шоу оказалась масштабной и удивила зрителей своим разнообразием. Димаш исполнил композиции на 7 языках в разных стилях и жанрах. На выступление артиста съехались поклонники из нескольких стран мира. Напомню, ранее Димашу Кудайбергену в Малайзии вручили медаль за исполнительское искусство. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Осылай, Малайзиядағы концертіңізге келіп қандарыңыз үшін үлкен-үлкен рахмет айтқым келеді сіздерге.